городе Стерлитамак, Башкирия, произошел крупный пожар на территории банного комплекса на Оренбургской улице. Об этом сообщает Республиканская ГУ МЧС России. Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Огонь охватил почти 200 КВ, М, пострадавших и погибших в результате происшествия нет, пишет медиа Корсеть. К тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Причины возгорания будут установлены дознавателем МЧС. Вечером 26 ноября пожар произошел на животноводческой ферме в селе Тагильское Курганской области. Площадь возгорания составила 1000 КВ, М,